Дом номер 15 по Павшинскому бульвару – следующий адрес масштабной областной акции «Дружные соседи. Чистый двор». Заявку в администрацию округа местные жители направили в выходные. Очистку назначили уже на пятницу. Почти никаких преград для снегоуборочной техники здесь нет, говорит председатель совета дома. Из всех жильцов 120 квартир только четверо жить дружно, а значит и приводить в порядок территорию почему-то не захотели. Поскольку сами видим, снегопады у нас обильные, нужен был вот сейчас обязательно вывоз снега и уборка территории. И жители были готовы и сами этого захотели. Соответственно, созванивались с каждым, списывались с каждым, разгоняли машины. Все были предупреждены заранее. Результат виден, 98% машин обеспечили работу техники. Ход уборки на Павшинском бульваре лично контролирует первый замглавы округа. Всеволод Волосевич отмечает, пока заявок на уборку во дворах не так много, как хотелось бы. Красногорцам стоит проявить активность и наладить контакт с соседями. Главное, чтобы все дружно собрались и смогли нам помочь. Потому что если не будет убрано хотя бы 80% припаркованных машин, толк от этой уборки не будет. Уже мы так отработали порядка там 5 дворов. На 2 двора мы вышли, и, к сожалению, машины как были припаркованы, так и остались. Мы не смогли там убраться. И сейчас в работе еще 9 заявок. Заявки принимаются по электронной почте krasnogorsk.sprint@gmail.com или по телефону 8 985 574 59 68. Нужно сообщить удобную дату и время уборки во дворе. С заявителем свяжутся для уточнения и подтверждения графика.